Всем привет-привет! Привет-привет! Привет, ребята! Мы сегодня хотим для вас показать, какая у нас есть интересная книжечка. Сделать обзор на эту книжечку и прочитать стишки, которые есть в этой книжечке. Смотрите, какая у нас есть интересная книжка. Называется она «Мир животных». Эту книжку Кате подарила «Мир животных», но кроме того, она еще в волшебных картинках. Сейчас вы увидите, что это такое. Вот мы открываем первую картинку. У нас лошадка здесь просто нарисована. Дальше открываем первый листик. И вот смотрите, у нас здесь нарисован, кто у нас здесь? Гепард. А вот когда эту страничку будем мы вот так ее переворачивать, будто бы он прыгает, скачет. И здесь стишок. Давайте мы прочитаем. Быстрее ветра мчится зверь. Был здесь, а где уже он теперь? Многомерно взял отличный старт, уже у финиша гепард. Дальше давайте посмотрим, кто же у нас дальше. Ух ты! Смотрите, какой дельфинчик. Опа. Видно вам или не видно? Видно. Видно, да? Как он прыгает. Нас дельфин научит плавать. Он известный чемпион. Если смотрит, улыбаясь, значит, рад знакомству он. Ну, вот как он красиво прыгает. Классно. Дальше давайте посмотрим. Теперь бабочка. Смотрите, как красиво она крылышками машет. Порхала бабочка над садом, сама как сказочный цветок. И от волшебного наряда глаз отвести никто не мог. Вот какая красивая бабочка, как летает. Она красиво летает. Дальше. Ой, кто это у нас там бежит? Собачка. Пудель, дог, ротвейлер, такса. Этот трус, этот плакса. А случится передряга, защитит тебя дворняга. Это песик бежит. Вот как красиво. Для маленьких деток это очень интересная книжечка. Здесь и стишок про животного. И кроме того, еще показано, как он бегает, прыгает. А это кто такой? А это у нас кенгуру. Давайте прочитаем. Долго крошка кенгуру, кенгуренок в сумке мамы подрастал. А когда окреп немножко, он в саванну ускакал. Так, вот. Стишок про кенгуренка, и показано, как он скачет, кенгуренок. Классно. Вот, классно как. А это кто? У орла большие крылья, гордый взор и грозный вид. Это птица-царь, смотрите, в небесах сейчас парит. Вот, видите, как красиво летает здесь орел своими крыльями. О, вот так полностью показано размах крыльев. Как классно. Вот это крутяк. Можно этой страничкой вот так это сделать. Можно то, чтобы было хорошо. О, как красиво, смотрите. Дальше давайте посмотрим, кто будет дальше. Ой, кто это? Зайчишка. Нелегко живет зайчишка. Каждый вслед кричит: трусишка. Но зато он быстроног, не догонит серый волк. Вот какой зайчик, как он прыгает классно. Так, одной странички у нас уже здесь нету. Наш маленький братик его уже отодрал. Как ветер мчит лошадка в поле, галопом скачет налегке, бежит туда, где на просторе табун гуляет вдалеке. Вот какая лошадка у нас скачет красиво так. Какая красота. Дальше давайте посмотрим. И предпоследнее это. Скажи, олень, не тяжело нести свои рога? Они защитники мои от лютого врага. Вот как он, видите, как он бежит, олень, как красиво. И последняя у нас звездочка. Ух ты, какая красота. Смотрите, ребята, как красиво. Это вообще прям очень круто. На небе звезда ярким светом зажглась. Наверное, рада, что здесь родилась. Вот какая чудесная звездочка, ребята. Вот, смотрите. Вот и всю книжечку мы вам показали. Кому понравилось, если вы видите, покупайте себе такую книжечку. На этом всем пока.
Заходите к нам в гости, смотрите новые видео. И ставьте лайки. Пока-пока. Пока.